Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение? Как? Спасибо. Выходной день Антонины Васильевны Беловой начался с букета цветов и полного дома гостей. 92-летнюю труженицу тыла и ветерана войны в преддверии годовщины Победы посетили глава округа Дмитрий Волошин и главный государственный жилищный инспектор Московской области Ольга Федина. Пришли не с пустыми руками. Вручили продуктовую корзину и крупногабаритный подарок – газовую плиту. Антонина Васильевна родилась в Нижнем Новгороде. Будучи ребенком, в годы войны работала на чугунолитейном заводе. В 1942 году работала на заводе. Делали детали, заготавливали снаряды. А сколько вам лет было? Мне было 12 лет. В 1968 году Антонина Белова переехала в Химки, где больше 20 лет проработала на заводе «Энергомаш». Последние годы здоровье стало подводить, рассказывает ветеран. Стало тяжело готовить на старой плите. Вот и попросила у администрации новую технику. Новая плита. Я надеюсь, что она будет вам служить, помогать хозяйке. Очень благодарна за все. Честное слово, прямо от души. Бытовую технику не просто вручили, но и установили, а также подробно объяснили правила пользования. Хорошей новостью для пенсионерки стало и то, что платить за газ в ближайшее время не нужно. На год точно освободят от платежей за обслуживание оборудования. Спасибо, чтобы ежемесячно вы ничего не платили. Плиту вручили в рамках акции «Газовая безопасность». Антонина Васильевна подписала договор на газовое обслуживание. Теперь за безопасностью в ее квартире будет следить специализированная компания. Позже в квартире установят газовый контролер, который позволит анализировать состояние воздуха во избежание утечки газа. Но на этом подарки не закончились. Я бы хотела, чтобы, может быть, мне телевизор бы заменили. Вот хочется посмотреть сегодня, завтра передачу. Хорошо, мы вам заменим. Исполнение обещания не заставило себя долго ждать. В тот же день пенсионерки доставили новый плоский телевизор, чтобы Антонина Васильевна точно успела увидеть любимую передачу.